Так, ага. Так, и отправить. Так, ну все, вроде дела уже свои сделал. Так, все. О, кстати, запись началась. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Твикс. И добро пожаловать на мое новое видео. Кстати, ребят, зацените мой новый компьютер. Вот, купил его с таким вот креслицем. Также еще с этим компьютером шел телефончик. И могу еще сказать так, что купил себе мощную колонку, просто зацените. Да, и компьютер тоже мощный. Да. Вот сидел, дела делал. Не понял, кто-то в дверь постучался, что ли. Так. О, житель, привет. А что ты хотел? Твикс, пошли со мной в изумрудный банк. Чего, житель? Куда пойдем? Ну ты чё, Твикс, я же сказал, в изумрудный банк, он тут неподалеку находится. Так, житель, что-то я тебя вообще не понял. В смысле, какой изумрудный банк? Ну пошли со мной, Твикс, а то мне одному скучно. Ну ладно, житель, пошли. Только сейчас, подожди, я карточку банковскую возьму и телефон. Так, ребят, чего? Какой-то у нас появился банк. Ну-ка, кстати, как раз денежку положу себе на карту. Так. Ну ладно, житель, тогда пошли, чё. Так, давай, иди за мной. Ух ты, ё-моё, ребята. Только не говорите, что это очередь. Хотя это очередь. Вау, вы посмотрите, какой он прикольный. Ё-моё. Так. Житель. Это конец очереди, да? Да, Твикс, это конец очереди. Понял, все, житель, тебя понял. Блин, а можно как-то без очереди пройти туда? Нет, нельзя? Так. Здравствуйте, можно я пройду? Нет, в очередь вставай. Ну блин, ну вы что, я буду тут 300 лет стоять в этой очереди. Вы посмотрите, какая она огромная. Ну можно я пройду, а? Я вам могу заплатить денег даже. Ну ладно, давай, с тебя 32 деньги, можешь проходить. Сколько? 32? Ну ладно. Хорошо. Вот, держите. Так, ладно, жители, расходитесь. Так. Вау, ребята. Куда я попал? Ничего себе, вот это изумрудный банк. Вау. Ух ты, ничего себе. У них тут сервис. Смотрите, вон банкоматы, жители, вон тоже денежку снимают или ложат на карту. Вау. Так, а здравствуйте, можно я денежку себе на карту положу? Да, конечно, проходите в банкомат, который вот рядом со мной стоит. Так, окей, спасибо. Я понял, так. Вот этот банкомат получается, да? Так, давайте положим денежку на карту. Так. Угу. Так, ввести данные. Так. Угу. Опа. Так, хоп, хоп, хоп. Так, и сейчас, по идее, должны деньги у меня с инвентаря пропасть. О, ребят, все, так, ну-ка. Давайте баланс проверим. Так. Угу. Да, все. 32 деньги поступили на мою карту, все хорошо. Так, блин, ребят, давайте осмотрим этот банк. Вау, ничего себе, конечно, интересный. Смотрите, еще и второй этаж тут есть. Так, тут у нас что? Вау. Ничего себе, это что, тут склад денег? Смотрите, даже вон охранников тут полицейские стоят, охраняют. Так, а можно я посмотрю просто, чтобы подписчикам показать? Да, конечно, можешь показать. Ой, спасибо. Так, давайте вот этот сундук откроем. Да, ребят. Итак, наверное, в каждом сундуке. Ладно, остальные лазить не буду. Так, давайте на третий этаж поднимемся. Ух ты, ничего себе, смотрите, сколько тут охранников. И ни одного жителя, главное, нету. Ё-моё. Смотрите, они сейф, походу, охраняют. Вау, вы поглядите, сколько тут. Всего, ребят. Так, давайте посмотрим. Так, понятно. Так, ладно. В принципе, все, я посмотрел ваш банк изумрудный. Вау, ребят, ну это, конечно, очень прикольно. На самом-то деле. Так, ладно, давайте выходить. Так,
Так, полицейский, заберите свои деньги. Не палитесь. Так, ребят, что-то я не понял, что за фигня. Какой-то шум был. Чего? Это кто сделал? Кто-то взял, взорвал банк. Так, давайте мы спросим у жителя полицейского. Житель полицейский, здравствуйте еще раз. А вы не знаете, кто банк взорвал? Что это за фигня? Вы ловите этого преступника, да? Да, мы его уже активно ловим, уже бригада за ним отправилась. Так, все, понял, спасибо, полицейский. Так, ребята, давайте посмотрим по видеокамерам, как его взорвали. Ну-ка. Сейчас надо только быстренько домой, опа. Так, за компьютер. Так, давайте-ка посмотрим. Угу. Так, и включить запись. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите топовые комментарии. Ну а с вами был я, Твикс. Всем удачи, всем пока, друзья. Пока-пока.